один из соорганизаторов фестиваля в гостях у дяди Гриши. И ведущий, и исполнитель, и организатор бардовских посиделок уже 11 лет. Дорогие друзья, давайте так же тепло, как предыдущих исполнителей, встретим с его патриотикой Андрей Федоров, Вовош! Всем добрый вечер. Как здорово, что вы все сегодня собрались. Ну да, действительно, сегодня и вообще этот год у нас очень трепетный. Все-таки 75-я годовщина Великой Победы. Вот. И, конечно же, не зря. И все было оправдано, когда мы решили здесь сделать это мероприятие. И, соответственно, и песни такие. Тематика военная. Я вам сейчас спою пару песен автора, которого я не знаю, я нашел его в интернете. И причем даже псевдоним. Псевдоним такой, дикая собака Динго. Но до чего, не знаю, не мужчина или женщина это, но до чего поэт хороший, это просто прекрасно. И вот, в общем-то, парочка его стихов меня вот зацепила. Я вам сейчас их покажу. Просто вам, как говорится, их расскажу под гитару. Девочка читала военные стихи. Девочка читала упрямые военные стихи, а мне хотелось, чтоб меня не стало, а мне хотелось сделаться глухим. Тот голосок ее, не знавший боя, слова, как пули, в душу мне вбивал. Неловко замолчали мы с тобою, каждый, наверное, замолчал. Лились, как майский дождь, четверостишья, и обзвучить едва ли столько смог. Она читала то смелей, то тише, как будто для меня вела урок. И было стыдно мне, и было горько перед лицом воскреснувших солдат, что жизнь моя на слабенькую тройку минутных дел и мыслей череда. Знакомым, не помня ни сражений, ни имен. И это место называю домом, не зная, кто погибель встретил в нем. Цветущий май, плакаты, монументы, почет гостям и снова полон зал. А после той георгиевской ленты можем совесть вновь перевязать. И я молчал, и мне грехом казалось, что тех стихов не знаю наизусть. И было страшно, что уйду из зала, я снова безразличным окажусь, я снова безразличным окажусь.